Украинские силовики вновь пытаются прорваться на территорию аэропорта Донецка. Сегодня группа из более чем 15 человек при поддержке двух танков попробовала зайти на территорию воздушной гавани. Военные вооруженных сил Украины хотели воспользоваться погодными условиями. Сегодня в районе аэропорта густой туман. Были встречены плотным огнем бойцов батальонов Сомали и Спарта. В результате группа была уничтожена. Бронетехника также была уничтожена. В ходе боев плен к силам ополчения Донецкой Народной Республики попало 8 военнослужащих украинской армии. Им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего пленных допросили. Группа сообщила, что командование ввело в заблуждение военнослужащих вооруженных сил Украины. Им сообщили, что аэропорт по-прежнему находится под контролем украинских военных. Только здесь они поняли, что это не так. Как вы здесь оказались? Что вам сказали? Рассказывай, все подряд. Нам сказали. Мы должны поехать в аэропорт, забрать 300. Мы погрузились. С нами должны ехать еще 2 пустые коробочки. По дорозі оказалося, що пустих коробочок з нами немає. 4 коробочки, всі загружені. По дорозі, по рації, ми вже знали, що ми йдемо в наступлення. Скільки служиш в армії? Ну, за що ти служиш? А вот и все. Это все вы сделали. А это какая она говорила? Хочешь, я пойду вон внутрь посмотришь? Глаза мне посмотри, хочешь? Ты знаешь, вчера благодарила, полтора месячный ребенок остался без матери, без отца. Украинская артиллерия продолжает бить по позициям бойцов Донецкой Народной Республики на территории международного аэропорта Донецка. Часто промахивается, попадает по жилым кварталам, которые примыкают к воздушной гавани, стреляют из дальнобойной артиллерии, используют 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки, 120-миллиметровые минометы и реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Интенсивность артиллерийских ударов не снижается, обстановка здесь остается по-прежнему напряженный. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести из Донецка.